Привет, друзья, всем классных, продуктивных дней. Меня зовут Дмитрий. Сегодня по ощущениям минус 3 градуса. Представляете, смотрю, градусик 0, а по ощущениям минус 3. Каждый день мы становимся лучше, выносливее, успешнее. Все хорошие качества себе объединяем и культивируем. И вот так идем к успеху своей мечты ежедневно, без перерыва, несмотря ни на что. Сегодня я назвал тему «По делам дано будет». Сейчас зарядочка и суперски зажгем. Суперское состояние, настроение. Помните, я показывал красивую хижинку с углублением? Так вот, они взяли, кто-то взял и все это испортил. Разбурили, накидали грязи туда, бутылок каких-то пустых. Кто-то создает, кто-то разрушает. По сути, так было всегда. Так было всегда. И изменить это в наших силах, как вы думаете? Или не в наших силах? Я думаю, что в наших силах. Вот. Ну что, поехали. Сейчас поделюсь немножечко температурой, по ощущениям, как оно себя ощущается. Я бежал и смотрю, трава покрытая инеем. Думаю, дай сниму. Останавливаюсь, начинаю снимать. И понимаю, что пока я снимаю, ну, я бежал, остановился. Стало теплее. Ну, тепло так стало. Все из-за движения. Бежишь, ветер есть, остановился, ветра нет. Прекрасно. Зашел в лес, я даже вспотел немножко. Ну, чувствую, что после бега немножко вспотел. Прикольно, да? Минус 3 градуса, а ты вспотел. Ну все, зарядочка занялся, сейчас спокойно, ветра нет. Супер состояние. Погнали. Погнали максимально, по делам дано будет. Вот мы хотим, мечтаем, ставим цели, записываем, визуализируем, представляем. И обстоятельства складываем, начинают складываться таким образом, что то, что мы представляем, появляется возможность это взять. То есть она появляется отдаленно, мы даже, возможно, и не догадываемся. И как она появляется? Она появляется через определенные события, из-за которых нам нужно выполнить определенные действия. И только благодаря этим действиям придет то, что мы хотим, благодаря этим действиям. Именно действия, да, по делам дано будет. Именно действия приблизит, максимально осуществит нам нашу с вами мечту, цель и так далее. Именно действия. Мы можем что хотим? Думать, визуализировать, мечтать, но без действия ничего не произойдет. Нужно, как бы это ни звучало, скажем так, сложно для кого-то, но может и просто, все как мы думаем, как мы чувствуем, но нужно поднять себя с дивана и начать что-то делать. Это, конечно, я утрирую, поднять себя с дивана. Чем круче мы хотим успех в себе, тем больше нужно сделать действий. И тех действий, которые в данный момент для нас кажутся сложными. Почему я говорю «кажутся»? Потому что все, опять-таки, зависит от нашего с вами убеждения. Как вы себя убедили, так оно и будет. Говоришь себе «сложно, невозможно», на тебе «сложно, невозможно». Да, это так, это «сложно, невозможно». Потому что мы себя в этом убедили. Представляем, говорим себе, что это просто. Убеждаем, переубеждаем себя, и все становится просто. У нас у каждого есть такие вещи, кажущиеся простыми, и есть такие вещи, кажущиеся сложными. Это все относительно нашего миропонимания, относительно наших убеждений, внутренних парадигм и так далее. Все приходит,
все приходит по делам нашим, все дается только по делам нашим. И независимо от сложности, независимо от нашего отношения к каким-то действиям, мы должны их делать, чтобы прийти к той точке Б, к которой мы хотим прийти. И чем выше, тем круче эта точка Б, тем сложнее нужно сделать действие. По нашим убеждениям. У каждого свои убеждения. Кому-то, как кто-то, я не помню, писал, кому-то не хватает на хлеб, а кому-то не хватает там сложиться на самолет. Кто-то считает сложным там окунуться в прорубь, а кто-то, или прыгнуть с парашюта, а кто-то считает сложным встать с утра с постели. Все относительно. И чем сложнее для нас действия, которые мы выполняем именно для нас, тем больше и быстрее мы начинаем расти. Представляете, в Библии было сказано: по делам и дано будет, по делам, не по мечтам, не по там, я не знаю, воображению, по делам. И каждого ценят по делам. Что ты сделал? Как ты к этому пришел? Я в мае прошлого года изменил свою судьбу, заставив себя первый месяц, может быть, даже заставив себя бегать по утрам на природе и снимать видео. Для меня это было максимально страшно и невозможно. Я просто трёсся, боялся, там, старался внешне это, конечно, не показывать, но напряг такой был серьезный. Вы включите, вот, зайдите в мой канал, ссылка там в шапке профиля. Включите, посмотрите мои первые видео, вы будете в максимальном шоке. То есть, получается, два разных человека уже, а прошел только, ну сколько, полтора года. Полтора года прошло, представляете? А что будет через 5 лет? Так и с каждым. Чем больше мы начинаем действия выполнять, которыми на данный момент они кажутся нам сложными, тем быстрее мы придем к успеху. Быстрее. Чем сложнее, тем быстрее. Чем сложнее, тем быстрее. Чем мы для себя больше берем строгость к себе, тем судьба благоволит нам и идет на уступки. И наоборот, себя щадим, нас судьба не щадит. Поэтому давайте себя сами не щадить, идти только вперед, без остановок. Хорошо, пускай на выходной, но без мысль ушла, неважно, идем только вперед. Достигаторы достигаем, мотиваторы мотивируем, вдохновляторы, да, вдохновляем, получаем суперские эмоции и только вперед.